Между нами явно что-то происходит. Мне это, честно говоря, не нравится. Ничего не происходит. Я хотел для себя так и болтаю чепуху. Но на самом деле... Это способ защититься от собственной ранимости. Ты что, ты будешь теперь моим секс-терапевтом? Нет, я твой друг, который знает, что когда ты ругаешься, ты моя жизнь. Твой организм потом сопротивляется. Ну ничего подобного, пошел ты. Ни хрена не моргал. Черт. Так, не моргал.